Добрый день! Сегодня расскажу вам о чечевице, именно о ресурсах, на которые вы можете полагаться, основываться. Я им доверяю, я их периодически подсчитываю, что-то, конечно, ищу в зарубежных источниках, но основным считаю, это ресурс Кулинича Алексея Александровича. Он мне очень нравится. В всяком случае, практически о чечевице здесь есть все. То есть здесь есть и биологические особенности, и питание, болезни, защита. Все абсолютно, что нужно. То есть информация, какая чечевица бывает. На самом деле сайт очень хороший, называется чечевица.com. Биологические особенности, видно, что человек очень много потратил времени на то, чтобы собрать эту информацию, потому что информация на самом деле актуальная, и в целом такого по значимости ресурса я не нашел, потому что и поэтому пользуйтесь ей. То есть тут есть борьба с сорняками, все абсолютно, плюс защита от болезней, какие болезни бывают, как с ними бороться, симптомы. То есть есть все, поэтому берите, пользуйтесь, экспериментируйте, диагностируйте, и чтобы у вас как бы все получалось. И еще один попутный ресурс, я его нашел в прошлом году, где-то летом, случайно прочитал, но мне тоже очень понравилось. Это, опять же, ресурс инфоиндустрии. То есть статью написал, статья достаточно, это Александр Гончаров. Это также украинский ресурс. То есть здесь тоже есть все от А до Я. Конечно, в более краткой форме, но в целом достаточно правдиво и все описано, настолько захватывающий текст, что его не хочется отпускать. То есть ты его читаешь практически до конца. Я вот как бы прочитал, мне понравилось, и как бы информация, она даже, я во всяком случае верю этому ресурсу, поэтому смотрите, у вас как бы у меня есть вот таких два ресурса. Теперь как бы я думаю, что вы встречались с этой информацией, с этими сайтами, с этой статьей, может быть, не придавали большого значения, но вообще о чечевице здесь есть все у Алексея Александровича Кулинича. Я так понял, что он занимается селекцией, но я как бы о нем информацию нашел только здесь. Поэтому пользуйтесь. Всего вам хорошего.